Какую камеру нужно было перевернуть? Так, да, конечно. Привет, 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 всем привет, всем привет. Привет, Алина. Батучина, все хорошо. Приехал вот прямой эфир провести. Ильяс, 19-954. Меня зовут Сережа. Сон, да, работы очень много. Работаем в студии 24/7 практически. Проснулся и сразу сюда на эфир. Мисс Ди, настроение отличное. Пишем песни. Привет, Филиппин. Филиппины, привет. Опять цены подняли на тариф. Почему взял именно постепенно на клип? Потому что решили, что такая песня достойна экранизации. Привет, привет, привет. Почему вчера не пришел на встречу всех ребят с песен, работали на студии? Да, работали на студии, сейчас делаем новый трек Sony Rain. И приезжал вчера битмейкер, с которым мы долго-долго сидели и работали. Кто автор сценария клипа? Автор сценария я и Ваня Махров, который занимался съемкой производства. Да, мы совместно придумали идею и сделали клип. Ой, тут, оказывается, вопросы еще есть. Как продвигается работа с альбомом? В очень активной стадии сейчас работа над альбомом. Пишем новые песни, новый материал. Весной, думаю, все будет. Маришечка, да, давно не было эфиров. Вот решили сделать эфир в аккаунте Мегафон. Какой клип, я не в курсе. Мы обсуждаем клип постепенно. Заходи на YouTube, иди смотри. Почему и когда решили делать короткометражку, фактически, а не клип? Да изначально, как появился сценарий, появилась идея клипа, сразу же было понятно, что это не просто музыкальное видео, а такое шорт-муви получится. Так и сделали, потому что иначе, мне кажется, было достаточно проблематично раскрыть сюжет, идею и дополнить песню, потому что в данном случае, мне кажется, получилось раскрыть смысл песни намного лучше и больше, вот, чем если бы это было какое-то рядовое видео. Расскажи, что значит последняя сцена в клипе, когда она спустилась. Это такая открытая концовка, потому что она, получается, на протяжении всего клипа ковырялась во мне, и в конце она спускается, и непонятно, останется она или нет, нужно ли ей это все вот это вот. Вот, либо она уйдет. Это будет твоя песня Sony Rain и будет входить в альбом? Да, да, будет моя песня Sony Rain и будет входить в альбом. Трек Sony и трек, который ты показывал на акустике в Питере, разные треки? Да, это разные треки, совершенно новый трек делаем. Как тебя зовут? Меня зовут Сережа, привет. Так, если у тебя самый любимый момент клипа. Мне очень нравится длинная сцена вступления, когда камера следит за героиней, заходит в дом и так далее. И мне нравится сцена с ножом. Неожиданно. Все время прикольно смотреть реакцию людей, когда кому-нибудь показываешь клип, кто-нибудь смотрит так, ничего себе, не ожидали. Если позовут в кино сниматься, пойдешь? Мне кажется, нет, потому что я не актер, и нужно
обладать определенными навыками, умениями и скиллзами, чтобы сниматься в кино. Я это понял вот в этом клипе, потому что это первое видео, где мне нужно было что-то отыгрывать, что-то делать. И там даже просто спокойное лицо сыграть тяжело. Ты будешь отвечать на любые вопросы? Да, практически. Верните другу интернет. Еще какие-то фиты будут в новом альбоме? Пока еще нет. Пока никакой конкретики. Твои треки и клипы классные. Спасибо большое. Будут треки на английском? Нет, на английском треков пока не планируется. Кто титры придумал такие в клипе? Титры в клипе делал Девид Треф, это дизайнер, мой друг, с которым мы работаем. Много чего вместе делали. Он делал оформление ко всем турам моим, ко всем... еще ко многим релизам и так далее. Прочитайте директ. Окей, передай привет Алинке Чусь. Передай привет Алинке Чусь. В чем бы хотел себя попробовать? Не знаю, на серфе покатался бы. Это больше, чем музыка, подтверждаю, утверждаю, спасибо. Так, какие еще будут вопросы? В Питере будет бэнд? Да, на концерте в Питере, концерт тура, у нас тур весной. И в Питере будет бэнд, в Москве будет бэнд, и в Краснодаре будет бэнд. Эдгард 1994, передаю тебе привет. Кто это? Привет, меня зовут Сережа, я делаю песни. Метро «Сокол» не ловит, помогите. Попробуйте «Сачок». Есть планы записать дуэт со «Свободой» или с кем-нибудь еще из участников сезона? Конкретных планов пока нет, но есть идея на трек с одной из участниц первого сезона. Угадайте, с кем? Ну, посмотрим еще, надо написать песню для этого. Сложно идет работа над альбомом? Да, признаюсь честно, работа идет сложно, потому что идея и концепция альбома появились еще в августе месяце этого года, а активный процесс начался только сейчас, потому что перед Новым годом был какой-то очень странный период, какого-то застоя творческого, ничего вообще не писалось, сейчас вроде прорвало. Делаем, работаем. С Крис дуэт? Нет еще. Давно ждем фит с Ёлкой. Я очень надеюсь, что у меня получится с Лизой что-то сделать. И признаюсь честно, мне больше хотелось бы, наверное, поработать не с Ёлкой, а с Явью. Если вы не слышали Явь, послушайте. Проект Ёлки. Привет из Украины, любим тебя. Я вас тоже очень люблю. Надеюсь, однажды у меня все-таки получится к вам добраться. С усами удобно целоваться. Надо спросить. Мне нормально. К туру готов, сложно его было планировать. Я, слава богу, уже достаточно давно не занимаюсь организационными вопросами. Есть специально обученные люди, которые это делают. И они готовят тур полностью, да. К туру готовлюсь. Какую слушаешь музыку дома? В машине? Я очень много разной музыки слушаю. И хип-хоп, и электронная музыка, много рок-музыки, блюз люблю, очень люблю блюз слушать, да. Когда к нам Волгоград? Волгоград, я не знаю, есть у нас Волгоград в туре, по-моему, пока нету, но я думаю, мы рано или поздно доедем. Когда начинается тур, сколько городов будет? Тур начинается в марте этого года, вся информация на сайте implc.ru, там можно и билеты взять, и все остальное. Сколько по времени снимали клип? Клип снимали ровно чуть больше, чем одну смену. Это, ну, больше 12 часов, по-моему, часов 14, наверное.
Запиши фит с Машей Гу, мне кажется, будет нереально. Да нет, вполне реально, она соседка. Почему не со своего аккаунта? Решили вот так вот с аккаунта Мегафона, почему нет, врываемся. Знаком с Кириллом Нечаевым? Нет, не знаю. Каким ты видишь себя в старости? Ой, недавно было это приложение, там можно было посмотреть на себя в старости. Вот таким. А ты говорил, акустику повторишь в Питере, а когда? Я думаю, это нужно сделать до весны. Посмотрим, сейчас займемся этим вопросом. В альбоме ждать экспериментальную музыку, он будет все не похож по стилю на Восход и Черный флаг. Здесь очень сложно, потому что и Черный флаг, и Восход — это очень разные альбомы. Буквально недавно мы с кем-то обсуждали, что Черный флаг — это как такое монолитное звучание, как кирпич, в то время как цельное что-то по звуку, в то время как Восход — очень разноплановый альбом, очень разные треки. И скорее этот альбом, наверное, он будет больше в этом плане похож на Восход по разноплановости. Какое еще музыкальное направление хотели бы попробовать? Вот так выходит, что все музыкальные направления, которые хочу попробовать, я их пробую в процессе. И вот на альбоме будет очень много разного звука. Мы очень ждем тебя в Красноярске. В прошлом году был офигенный концерт. Спасибо большое. И нижний салют. Серега, ты кто такой? Я песни делаю. Зайди на YouTube или в Apple Music, там PLC введи. Послушай, может, зайдет, что понравится. Много песен уже готово для альбома. У меня упал штатив. Кто-нибудь возьмите эту штучку. Так. Все, я к вам вернулся. На чем я остановился? Много уже песен готово для альбома. Для альбома готово много набросков, которые нужно уже доводить до ума, что-то дописывать, что-то дозаписывать, что-то доделывать. Ну да, да, песен достаточно. Вы будете чинить Мегафон? Если мне дадут гаечный ключ, я пойду и починю. Какие любишь жанры? Жанры. Да самые разные. Вообще не ограничиваю себя жанрами. Мне кажется, есть хорошая музыка, есть та музыка, которая мне не нравится. Есть та, которая нравится. Это совершенно никак не зависит от жанра или чего-либо. Когда концерт в Москве по новому альбому? 26 марта, 26.03. Это такая знаковая дата, и так совпало, что в Москве в этом году тоже концерт 26 марта. Кто в теме, тот в теме. Можно вопрос? Можно. Спасибо за музыку, спасибо за то, что слушаете. Ага. Хотели бы поработать со Славой Слейм? Да, и у нас там есть кое-какие идеи на эту тему. С кем из ребят песен все еще общаешься? Да со всеми мы общаемся, мы со всеми на связи практически. В горы хоть на денек успел съездить, покатать перед туром? Да, да. Слушайте, знаете что? Мы же за лучший вопрос дадим. У нас есть вот такая вот колонка Мегафон. В клипе такая же была. Одну мы разыграли уже, и сейчас разыграем еще одну за лучший вопрос в этом эфире. Поэтому давайте сейчас поднапряжетесь, я вот здесь ставлю автограф. И разыграем эту колонку портативную. Она вот включается как-то. Вот. Bluetooth mode. Поэтому, если хотите эту колонку, задавайте интересные вопросы. И за самые интересные вопросы подарю вам эту колонку с автографом. Почините на Соколе интернет-мегафон. Обязательно передам кому-нибудь. Можем куда-нибудь обратиться? Пойдемте, ребят. Обещаю, вот сейчас я отсюда выйду и пойду кому-нибудь скажу обязательно это. Мне тоже колонка. Нет, так не катит, нужно вопрос задать интересный, а не просто написать, мне тоже колонка. Можно колонку с автографом? Вот это вопрос, я понимаю. Мне кажется, у нас есть победитель. Нет, давайте серьезно.
Не успел, а успеешь еще в гору, знаю, что был уже, успею ли. Надеюсь, сейчас все зависит от альбома, если будет та уже стадия, где можно будет выдохнуть и куда-то отправиться отдохнуть, с кайфом пойду покататься. Какие из твоих песен заставляют тебя задуматься о чем-то серьезном и глубоком? Видишь ли, когда ты пишешь музыку, ты не воспринимаешь эти песни как что-то отдельное от себя. О чем-то задуматься тебе может, наверное, заставить что-то извне пришедшее, чья-то песня, чья-то книга, что угодно, но задумываться над своими песнями. Хотя через какое-то время ты переслушиваешь песни и такой думаешь, блин, о чем я думал? Вот, в таких случаях, да, задумываюсь. Альдо... Можно привет передать? Передавай. Альбом будет EP или полноценный больше альбом? Я думаю, полноценный больше альбом. Netflix или HBO? Netflix. Загадка, вопрос. Два гвоздя упали в воду, как фамилия грузина. Когда планируешь релиз альбома? Когда срок, до которого ты должен выпустить? Я думаю, хорошо было выпустить альбом к первому концерту, который в Москве. От какой песни из нового альбома больше всего кайфуешь? Что, как она получается или уже готова? Мне очень нравится, как угодно, кстати, она войдет в альбом, потому что она в концепцию вписывается. И мне очень нравится рабочее название песни «Совершенный». Это демка пока что еще сырая, там только первый куплет, но это, наверное, пока что мой любимый трек. Хотели бы дуэт «Зиверт»? Да! Вот здесь конкретно, да, 100%. Организуете, нет? Есть варианты? Есть связи? Я видел. Я знаю, у вас есть связи. В какие моменты ты чувствуешь наибольшее вдохновение и силы? Это неконтролируемый процесс. Силы чувствую, когда есть вдохновение, а вдохновение приходит неожиданно. Был ли опыт в составе жюри в каком-нибудь из ТВ-проектов? Если нет, то в каком проекте хотел бы попробовать себя в качестве жюри? Ненавижу судить, не хочу никогда судить больше. Каждый раз, точнее, иногда соглашаюсь на такие какие-то авантюры, но каждый раз... Даже не хочу брать на себя ответственность в судействе. Как ты думаешь, в каком городе самые преданные твои поклонники? Да во всех, мне кажется, городах. С Аризоной, наверное, модели и золотом. Это трек «Запонки», рабочее название его. Тоже будет на альбоме. Будет ли концерт в Чебоксарах, пока не знаю. Объясни, что такое музыка? Музыка – это форма, в которой человек выражает себя. Ответ про гвозди. Заржавели. Вы хотели фит с Лакимином. Скажи, будет ли он и почему тянете? У Ромы был тур, у меня сейчас альбом, и просто пока не до этого. Ветер перемен останется в твоем исполнении или все же будет дуэт с девочкой? Пока не знаю, пока трек такой провокационный, посмотрим. Тот трек с моделью поведения все-таки выйдет? Да, более того, я думаю, он войдет в альбом. На какой вопрос тебе всегда хотелось ответить, но тебе его никогда не задают? Это чит, не катит так. Я уже слышал этот вопрос просто. На альбоме будут фиты? Да, на альбоме будут фиты. Клип-трек помог тебе в плане очищения? Да, каждый трек, если это серьезная какая-то работа, помогает. Почему запоминаешь города? По количеству людей, по их реакции, отдаче, по атмосфере на мероприятии? Не зависит от того, сколько там людей и так далее. Главное, какая атмосфера, что тебе дал этот город потом и что ты смог дать этому городу. Телепорт или машина времени? И почему машина времени?
100%. Прикольно там, не знаю, в Древний Египет сгонять. Еще куда-то. Или в будущее. Огонь. А телепорт сейчас самолет сел и практически телепорт. Ветер перемен круто зашла бы на женский вокал Дана Соколова. Да, возможно. Если бы был супергероем, то каким? Не знаю, я не верю в таких супергероев, но я хотел бы суперспособность уметь оценивать свою музыку со стороны, как бы слушать, как будто это чужой трек, а не мой. Какая твоя самая любимая песня из альбома «Черный флаг»? Малливуд. Если бы снимал фильм, о чем бы он был, о жизни? Так, ребят, напоминаю, кто к нам присоединился, кто не присоединился. У нас здесь колонка, которую мы сейчас разыгрываем за самый интересный вопрос. Поэтому давайте, интересные вопросы. Поехали. О, мегафон, здравствуйте. Что бы ты хотел, чтобы изобрели в будущем? Я бы хотел, чтобы в будущем изобрели мир во всем мире. На чей концерт хотел бы попасть, неважно, жив музыкант или нет. Майкл Джексон, Джим Моррисон, Дорс, Нирвана, Нина Симон. Да бесконечно могу перечислять. Но на этих выходных иду на Джейкоба Бэнкса. У тебя много друзей, они тебя разыгрывают? Да, они меня разыгрывают постоянно. Хотел бы, чтобы люди могли читать мысли друг друга и почему? Нет, не хотел бы. Считаешь ли, что можешь поменять чью-то жизнь благодаря своим песням? Никогда так не считал, но сталкиваюсь с тем, что это происходит. Часто подходят люди и спрашивают, рассказывают свои истории, то, как на них повлияла та или иная песня. Какую книгу ты сейчас читаешь и можешь посоветовать? Я сейчас несколько книг читаю. Прямо сейчас дочитал «Навстречу миру» Мингью Ринпоче. Это буддийский монах. Рассказывает интересные истории. Правда в искренности? Возможно. Кто в вашей команде занимается пиаром? Наши фэны. Какой дашь совет начинающим музыкантам, с чего начать? Начните с того, что... Начните с песен. Начните делать песни. Это самое главное. Там дальше все пойдет. И будьте честны с самим собой. Иначе ничего не получится. Как ты думаешь, кем ты был в прошлой жизни? Вот, мне кажется, я только что выбрал... Ну, сейчас еще подумаю, но если что, вот тут победитель, кажется, есть. Кем я был в прошлой жизни, не знаю, не знаю. Я не уверен, что это так работает, что можно помнить, кем ты был в прошлой жизни. Но кем ты определенно был. Я бы хотел, честное слово, вот сейчас у меня так щелкнуло, отдать колонку за вопрос про прошлую жизнь, потому что как раз недавно еще нас спрашивали про трек «Запонки», а он как раз про прошлые жизни. Запомним, да, как человека зовут? Поздравляю. Сейчас. Лера Фейт, ты получаешь колоночку, я еще не оставлю автограф. Вот здесь прям. Вот, готов. Написано. Ты получишь колонку, с тобой свяжутся и расскажут, как ее получить. Когда ты все успеваешь, не успеваю. Ты своим примером заставляешь людей быть лучше. Спасибо тебе, спасибо вам за то, что вы мне даете больше поводов заставлять вас быть лучше. Будешь писать новые треки на английском? Нет, давайте еще буквально парочку вопросов и все. И завершаем. Как долго будет эфир? Эфир уже завершается. Go Fitzel J. Подумаем.
Спасибо за творчество, спасибо вам за то, что слушаете. Вот. Спасибо всем, кто сегодня был на связи. Лера, Фейт, еще раз поздравляю, ты получаешь колонку. А мы поехали дальше писать новые песни. Пока-пока. Все? У-ху! Ага. Когда она включена, горит, да.